Сегодня мы говорим о чайниках, сковородках, тазиках, но совсем мало мы говорим о том, с помощью чего можно приготовить вкусный кофе. И я вижу, что моя следующая гостья пришла не с пустыми руками. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представляю компанию «Шамс», город Пятигорск. Хотели бы вам показать вот такие медные турки, которые мы производим, собственное производство. Также мы производим турки электрические тоже для кофе и также мини-чайники для кофе, чая, для всего подходит. В чем преимущество электрической турки от обыкновенной, традиционной, скажем так, к которой привыкли все пользователи? Ну, это очень хорошо подходит для тех, кто, например, на работе. Естественно, они не могут на плите варить кофе, и это очень удобно. Сейчас в офисах каждый, наверное, имеет такую турку. Отличаются ли как-то вкусовые качества у турок, которые варят кофе с помощью электричества? Ну, конечно, в медных турках вкус будет более насыщенный, но, в принципе, в электрической это тоже нормально ощущается. Какие задачи ставите перед собой здесь, на этой выставке, и что в идеале должно произойти такого, чтобы вы сказали, выставка была эффективной для нас? Ну, мы приехали показать себя, мы впервые принимаем участие, у нас новая компания. Хотели бы найти клиентов, конечно же, привлечь как можно больше, ну и рассказать о себе, чтобы нас узнали. Ну, я желаю вам успешного бизнеса, и пусть все покупатели, которые действительно являются настоящими ценителями кофе, найдут вас и будут с вами сотрудничать. Спасибо большое. Спасибо вашей выставке. Нам очень все нравится. Приходите к нам.